man. Всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем здоровуни, ребята. С вами сегодня Паучок и Шмелёк, и вообще все-все. Привет. Привет. Да, здорово. Мы сегодня будем, наверное, тащить. Попытаемся. Да, наверное. Но я точно ничего не обещаю. Но мы должны с тобой затащить. Знаешь, почему? Почему? Я не знаю. Я думал, ты что-нибудь скажешь. Ну, давай я тебе еще одну вещь расскажу, как на самом деле должны есть люди. Чего? Должен быть ножик, вилка, все. Нет, тут в натуре на столе вот этом лежит только ножик и вилка. Ну, смотря что там будут готовить, ложить. Что там будут ложить, ну-ка? Не знаю. Ножик, вилка. Ну, вот это вот. Ножик, вилка. Вот это. Ну ты откуда знаешь, вдруг я они будут есть. Доширак. Да с тобой. Нет, то ладно, наверное, вкусная хотя бы будет. Ну, кстати, пошли к раковине. К раковине? Ну погнали. У меня раковины. Я не знаю, я до всегда иду. Я, кстати, тоже всегда туда иду. О, а почему тут три ножа? Вот три ножа. Да, это ножор. О, да. Ножорня. О, сколько он начнется. Ой, я могу сундуком быть. А зачем я сундук я покупал? Цветочек. Я цветочек. Я угольный блок. Шучу. Я сундук. Я цветочек. Окей. Это что такое? Что она такая маленькая? Она должна быть большая. Это типа плитка. О, капец, я цветочком. А не зря, я знаю одно место. О, капец, зря я сундуком. Что у меня все блоки подлагивают. Ну-ка, тут могу? Ну-ка. Сейчас встал. Серьезно, я могу тут встать? Да ну нахрен. Иди отсюда. Блок, иди отсюда, я сказал, что я тут встану. Я цветочек. Не, нормально. Ты где вообще? Я в домике. Я тебе что буду говорить? А я тут рядышком. Тебе что буду говорить, наглый? Ну мало ли. Ой, я там вижу через окно книжную полку. О, так это ты не встал? О, встал теперь. Я вообще-то встал. А, это ты наоборот. Ты видишь, я сверху. Сверху? Где ты сверху? Я, короче, типа на такое-то... Ну, сверху. Я тут, кстати, знаю одно место крутое для угольного блока. Так я не угольный блок, я сундук. А, ты же сундук, точно. Да, видишь меня? Не. Так вообще. Вот давай, возле тебя книжная полка еще, да? Вот это? Но. Я прыгаю. О, книжная полка куда? Я вот прыгаю. Я тебя не вижу, как ты прыгаешь. Ну, значит, это не. Окей. Да тут просто два этих цветка. Пинхантухана. А, нет. Значит... Бежим! Беги, чувак! Батик, выходи на спаун. Иди нафиг. И че тут? Ты еще хантала? Давай, беги, чувак. Сейчас опять убью болвана мелкого. Тю-рю-тю-тю, а я стою. Стою весь такой. Стою. Я весь такой стою. Стою я стою. Я убежал от него. Стою я такой весь. Весь я весь такой. Братик бегает там, как идиот. А я красавчик. О, все, я встал. Я, конечно, палю на место, но ничего. А я красавчик. Я красавчик. Хдыч, там хантера, драка такая жестокая, ты бы знал. Нифига там сажа прибавилось-то, хантеров. Угу. Там так драка была. Чувак, иди потыкай тут кое-что. Я тебе это скажу. Тут хантер бегает, какой потыкай. А, так ты, я думал, ты хантер. Я не хантер. Дебил ты. Я убежал от него. Сказал, да, чувак, иди потыкай что-нибудь. Как тебе цветочек может тыкать? Меня убили, я тебя еще убью.
Ты цветочек, да? Да и чего узнаю? Хантеры рулят. Хонтеры, они крутые. Это же контртеррористы. Не, никто не должен никого убивать. А еще ковичек не убивает. Ошибочки не убивает. Опа! Чувачок, иди сюда. Хая. Я тут мастер паркура. Два раза ударился, а так нормально. Да убейте вы вот этого хера. Его в натуре никто не видит, как он бегает Наше пускай время закончилось. И мы выиграли. Давай. Я, чувак, от тебя не отстану. Иди сюда. 100 секунд еще. Куда он делся? Чел, блин. Куда он убежал, а? Это девчонка. Че, серьезно? От меня куда-то полка убежала. Кто там? Ты что ли? А! Меня убивают! А, нет! На тебе, получи! Я тебя убил. Блин, зачем вот? Или это не ты был? А, да, это ты. Это ты, козёл. Извини. Все, я тоже всегда буду убивать. Я тебя, значит, кто-то спиковал там. Ты меня взял и убил. Нет, ты мне не сказал, что это ты. Извини, батик. Я буду еще тебя убивать. А тебя, ха-ха-ха. Добрая команда, да? Добрая такая. Добролюбивая команда. Ты такое хорошее место нашел. Меня какие-то придурки искали. Кстати, так я бы тебя убил. Или она тебя убила. Там не суть важно. Зато мне очки дали. Да на лыт. Эти аватары тоже тебе всегда буду выливать. Не, я не виноват. Ты это не беспокойся, я тебя там еще. Ну, братик, я не виноват, между прочим. Опа, там кто-то поспал, что ли, бегает? Ой, я знаю мою бывшую нычку. Ну, то есть дальнейшую нычку. Я не понял, а что, время закончилось, да? Да. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, где-то пять, наверное, осталось. Три, четыре. Может быть, дальше. Че, закончим над этим? Ты что, издеваешься? Видео такие маленькие. Ну, я решил помаленькие такие видео делать, на самом деле. По одной игре. Не маленькие. Пожалуйста. Я еще тебя заставлю. Ну, сам. Ты заставишь, ладно. Я буду делать больше их, зато смотри. Примерно через месяц у нас будет до хрена видео. Где-то сотни. Ой, мы устроим какой-нибудь конкурс. Да ни хрена я тебе не сделаю, иди нафиг. Ладно, давай, когда. Ну чё тебе конкурс? Я бомж. Ну, не знаю, там мы какие условия. Саш подается, когда я сказал бомж я. Ну, на золотые билетики. Ну иди нафиг. У нас сколько человек будет? 10? Ты этого хочешь? Каких 10? Вон, ладно, 20, чё, сразу ты теряешь. Да, ну ладно, давай закончим. Давай. Ребята, короче, если вам понравилась, наверное, эта серия видео, видосик, можете подписаться на канал, поставить лайк и так далее. Ну, всем до скорого. С Хэллоуином. С Хэллоуином вас. Ну я же должен быть что-то крутое сказать. Ну это, короче, всем удачи, всем пока-пока. Пока. И там чупа-чупса.